Ярослав Мельников, на лечение которого тамичи помогали собирать деньги, благополучно перенес операцию на сердце. Напомню, в августе в рамках благотворительной акции нашей телекомпании «Русфонда» мы впервые рассказывали о годовалом мальчике. У него был порок сердца, лечение которого стоило 270 тысяч рублей. Сейчас ребенок уже дома и ведет активный образ жизни. С ним и его мамой встретилась наша съемочная группа. Ты тут будешь сидеть? Маленькому Ярославу никакие холода не беда. Прогулки, которые раньше давались таким трудом, теперь стали ежедневными и продолжительными. Впервые с этой семьей мы познакомились в августе. Тогда Ярику едва исполнился год, а врачи поставили пугающий диагноз – врожденный порок сердца. На лечение требовалось 270 тысяч рублей. Чтобы помочь собрать эту сумму, Русфонд и ГТРК «Томск» объявили благотворительную акцию. Телезрители прислали сотни СМС-сообщений. Денежные переводы сделали читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». В итоге собранная сумма составила 415 тысяч рублей. Операция на сердце Ярослава состоялась в конце октября. Я хочу сказать огромное спасибо всем врачам НИИ кардиологии. И вообще огромное спасибо всем телезрителям, кто помогал собирать нам денежные средства на операцию. Операция прошла успешно. Теперь Ярославу нужно только регулярно посещать кардиолога для контроля состояния здоровья. Пока что ждем садик. Ну а так потом спорт, в кружки разные, как бы, когда подрастет. А так самое главное, что у нас здоровое сердечко. Каждая СМС, отправленная нашим телезрителям, в итоге позволила спасти жизнь малыша. Остаток от собранной суммы благотворительный фонд направит на помощь другим нуждающимся детям. Татьяна Снегирева, Евгений Мозгова, Андрей Никифоров, «Вести», Томск.